Сегодня у нас встреча такая экстраординарная, она связана с теми событиями, которые происходят в Лазаревском. Пока еще мы находимся в карантине, в соответствии с теми поручениями от Федеральной ветеринарной службы, которые мы получили, до 17 февраля мы должны были завершить полностью все карантинные мероприятия. В целом мы идем в графике, может быть, там день-два, может быть, небольшое смещение. После этого будет проводиться, соответственно, отмывка, ну, отмывка в кавычках, да, всего предприятия. И за это время наша основная задача совместно с Федором Григорьевичем подготовить бизнес-план развития Лазаревского уже из тех реалий, которые есть на сегодняшний день. Мы никогда не теряли голову и не потеряем. И все будем делать для того, чтобы Лазаревская вернула свои, еще раз повторяю, все достижения и было на том уровне, как мы привыкли всегда с вами работать. И, естественно, нам предстоит огромная работа для того, чтобы отмыть, очистить, продезинфицировать, короче, выполнить весь комплекс работ ветеринарно-санитарных для того, чтобы на самом деле очиститься и избавиться от этого вируса, так называемой африканской чумы. Значит, вы знаете, что с некоторых пор наше хозяйство имеет достаточное количество земли, мы производим приличное количество различной продукции, имеется в виду в растениеводстве. Дальше я хочу сказать, что у нас есть крупный рогатый скот, у нас своя мясопереработка, торговля. И сегодня я хочу сказать, что уже сейчас работает торговля. Конечно, торгует не наша продукция, а чужой, но она работает. Сокращений никакого не будет. То производство, которое у нас было, оно должно работать на самом высоком уровне. Я в этом не сомневаюсь. Что называется, сейчас для нас нужно думать уже о будущем. Да? И это хорошо, что Федор Григорьевич настроен по-боевому, что настроен на воссоздание комплекса. И я думаю, что в целом и мы придерживаемся такой же позиции. Мы считаем, что для нас, как для области, очень важно, чтобы это хозяйство восстановилось, и чтобы снова оно развивалось и производила ту продукцию, которую, в общем-то, она уже известна. Как, это уже бренд, по сути, не только наш региональный бренд, это бренд, который известен во многих прилегающих областях. Поднимаем руку, у кого есть вопрос. Я обратилась за помощью в Лазаревскую администрацию. Через 3 месяца они мне выделили помощь, 2305 рублей. Дом сгорел полностью со всем имуществом. Правительство имеет возможность своим решением выделить до 50 тысяч. Ремонт. Если дом сгорел полностью, то... Левин, внесите изменения, но это маразм. То есть, если квартира выгорела наполовину, то можно выделить, а если дом сгорел полностью, то значит, мы выделить 50 тысяч не можем, что ли? У нас все равно эти деньги, вы в прошлом году эти деньги не зарасходовали. Расходуйте, отдавайте людям, помогайте. В чем проблема-то? Почему не поднимается передо мной этот вопрос, что какие ваши... Стены все плесневые. В ЖКХ обращались... Нам обещали, короче, до 15 декабря сделаем вам швы, разбили 2 шва, значит, потекло все, заново 1 песок. Чем больше вы вносите денег, тем больше у вас шанс получить деньги по народному бюджету. Сколько у нас Свиридов всего район получил подтверждение по проектам, по народному бюджету? 24 проекта. 24 проекта. Вы заявок сколько давали? 46. 46. 24 проекта получили. Почему Галина Алексеевна не знает о том, что можно было вступить в программу «Народный бюджет» и получить деньги по этой программе? Ну, попытаться получить. Не получить, хотя бы попытаться. Почему не знает? Сколько в Лазаревском у нас проектов по народному бюджету будет реализовано в 2014 году? В Лазаревском не будет. Не будет? Ни одного. Ну, вот Воробьеву вопросы задавайте. Воробьев, а чё спин-то? На лаврах почиваем, что ли? Все нормально. Нормально? Значит, мы когда первый раз проводили все сходы, значит, и те дома, которые действительно требовали ремонта совместно с ПЖКХ, значит, мы определились и с этими жителями провели все разговоры, связанные с народным бюджетом. У меня есть хорошее по этому поводу выражение. Знаете, что самое главное? Дело в прокладке. Да, между рулем и сиденьем. Так, на этой позитивной ноте, коллеги, давайте мы закончим. Встречаемся тогда все в холле. Разбирайте, пожалуйста, себе по контрагентам.